Ребят, всем привет! Сегодня сделаем видеообзор самоката Dakar V2 City, или его еще также называют Like Bike. Хочу рассказать про самокат, который имеет в комплектации два мотора, усиленные амортизаторы, их у нас два. Такой же самокат одномоторный идет с одним амортизатором, он выдерживает не такие большие нагрузки по кочках. Но вот мы проехались, действительно он идет на двух амортизаторах мягче. У него хороший клиренс, что позволяет прыгать нормально с бордюрчиков. Система складывания простая и надежная. Ну вот если посмотреть, сварные швы, очень нормально все качественно сделано. Чтобы сложить данный самокат, берем вот эту скобу, опускаем вниз и нажимаем этот рычажок. Все, он сложился. Ну, берем его для переноски. Так же самое и раскладывается. Зажимается. И этот рычажок туда. Ставим его на подножку. За тормоза у нас отвечает механическая система тросиковая. Вот отображается стоп-сигнал, его видно, габаритный огонь, стоп-сигнал. Есть очень удобная, не во всех самокатов среднего ценового сегмента, есть ручка, которая для переноски и упор для ноги. Если ехать на большой скорости, а он позволяет на двух моторах хорошо ускоряться со старта, очень удобно ставить сюда ногу. Также есть очень удобные для города поворотники, которые активируются органами управления, которые на руле. Левый, правый поворотник. Вот он. Налево, направо сигнал и свет фар. Ну, бортовой компьютер стандартный. И один мотор, два мотора. Руль складывается, стрелочки видно куда, и опускаются ручки вниз. Очень удобно. Первая, вторая, третья скорость можно переключать в движении. Сейчас мы покажем, сколько он едет на первой, на второй, на третьей скорости. Также пробег, общий пробег, вольтаж показывает. И, в принципе, все. Вот такие настройки простые. Сейчас мы замерим максимальную скорость на первой передаче. Сейчас у нас вторая, 38, и третья, 50 километров. Как по мне, очень достойный вариант в ценовой политике в своей, тем более он два мотора с усиленными амортизаторами. Также сюда можно поставить у нас покрышки шире, он будет еще внушительнее смотреться, или тракторные для грязи, то ли шипованные, это уже кому как по душе. Можно поставить трассовые, они похожи на эти, но они шире и больше на них ламели. По качеству сборки мне он понравился, нету никаких недочетов, все приятно нажимается. Тормоза, мы вот собрали его с коробки, ничего не докручивали, очень все красиво сделано. Сейчас мы пробуем на одном моторе вытянуть его, смотрим, как он выезжает. А теперь включили два мотора и смотрим, как он выезжает.
Да, реально 45 км в час он бежит, так слезы идут. При 100 килограммах.